Привет, ребята, как котята, как здоровье, пьете молоко корове? Ха-ха-ха-ха-ха. Все. ОП, все. Ну просто это... Смотри, как он поет мне. Хорошо спел, да? ОП все, потому что вот так вот, прикиньте, приходит стрелок, у которого позади отключение выжигателя мозгов. Ему парад монолита проводили. То есть такой крутой приходит и говорит: «Привет, ребята, как котята, как здоровье, пьете молоко корове? Ха-ха-ха-ха-ха». На него все так посмотрели: «Ну ты дебил, конечно, вообще». Вот просто из стрелка сделали дебила в этом сюжете.